Здрасте. А что это? Это жвачка. Жвачка? Да. Вкусно? Это вкусно, это да. Тут шикарный загар Борджоми. Минеральный. Денис вообще лучше всех загорел. Можно зашивать быстро так. Да, да. Купили жвачку из сосновой смолы. Ну, если честно. Сейчас идем привозить. Это Романовы строили, да? 131 лет назад, в 90-м году, начали разбирать. Боржоми. Мы, как обычно, да, остановились. Что, Света, выпить? Еще немного. Сейчас в горку. Хороший шашлычок. Все. Скоро будем кушать. Боржоми. Это огурец. Огурец. Ах, огурец туда упал. Наконец-то приехали в Боржоми. Вчера ночью. Были такие уставшие, потому что целый день были на каньонах, там. Приехали в 12 часов ночи. Тут поселились, такой вот у нас домик. Виноград растет. Вот там вот терраса. Мы будем вечером там заседать. Вот наши друзья, товарищи. Сегодня сдал заднюю Вовчик. Но он надел такую футболку. Модную. Правильную, что я думаю, она ему поднимет тонус. Всем доброе утро. Тут у нас уже бардачина. Вот такие вот классные комнатки. Тут нам поставили такое раскладное кресло для детей. Вот. А пахнет так капучино ваше. Стираем. Это тоже вторая комната. Ну что, мы вышли наконец-то из дому уже. Я вас снимаю. Вот тут мы живем. Так хорошо. Все, идем. Сейчас. О, тут прохладненько. Ветерочек. Это Боржоми. Тот город, в который хотелось очень сильно попасть. Спокойный, классный городок. И попить минеральной воды. Вот. Не туда. Ага, прямо. Спасибо. Посмотри, как там. Тут можно прямо из нашего дома дрон запустить. И полетать. Нормально. Там, правда, провода, но высоко, если его поднять. Такие тюльпанчики. Голуби. Да, да, классно. Ага. Так, я взял. Так, а где пешеходный мост? А, и по нему можно идти? Можно идти. Боржоми, дочь. Город Боржоми. А мы вчера просто ехали с закрытыми глазами. Да, нам через мост. Там пешеходный. При головой никто не ударится. Вот пешеходный переход. О, пошли домики. Красивые. Обалдеть. Какая красота. Вода. Посмотри, до какого уровня она может подниматься. Выдвинулись в серные бассейны. Покупаться. Релакснуть. Сейчас пьем водички. Тут все как у нас. Парк развлечений. Какие-то такие штучки. Дрючки, ништячки.
Макдональда. Здрасте. А что это? Это жвачка. Жвачка? Да. Вкусно? Это вкусно, это из деревьев. Да. Наши девочки идут. Вау, какой браслет. Он, конечно, большой, но ничего страшного. Покажи. О. Что, большой, да? Да, ну ничего. Вот тут такая развилочка. О, хорошо тут так спокойно, приспокойно. Красиво, много зелени, очень много зелени. Вы заметили, сколько зелени в Боржоми вообще? Все зеленое. Ох, какая речка. Пешком идем, никакого такси. Посмотри, какие красивые дома здесь. Отойди. И как мы красиво загорим? Мы загорим шикарно. У нас будет шикарный загар Боржоми. Минеральный. Минеральный. Ну. Денис вообще лучше всех загорел. Переходим. Мостик. Ой, какая красота. Там сзади. Здесь, везде красиво. Центральный парк, да, это Боржоми. Сейчас попьем минеральной воды. Красиво все. Не надо нам. Не надо. Вау. Можно зашивать быстро так. Да, да. А, смотри, какая классная штука. У нас тоже есть. Обалдеть. Быстренько зашить. Да. А, капусточки порезать. Сегодня у нас один игрок выпал. То мы сейчас все пройдем, а ему завтра ничего не останется. Да? Да. А, вот там вот водичку наливают. Вон там. Идем. А что тут за вода? Бутылочки тут продаются. Дай нам Ларри. Ох, какой красивый. Сейчас купим жвачку. Опа, поднимай, подожди, быстро поднятую павшую. Купили жвачку из сосновой смолы, если честно. И сейчас идем прижимся. Не рекомендую покупать это. Вообще невкусно. Но папа почему-то... Как будто ешь елку. Да. Да. Угу. Прям дерево кусок откусил. И ешь. Романовы строили, да? 131 лет назад, в 90-м году, начали разрывать. И что, они реставрировали, вот как оно и было? До 90-х годов выполняли этот обязанность культурного объекта, ага. А завод, как завод, закрыли в 54-м. Понятно. Новый завод построили потом, потому что не мог справляться уже с задачами. Ага, построили новый. А потом новый построили, еще потом еще второй построили. Два завода сейчас. Класс. А это... И весь мир пьет Боржоми. Полмиллиарда 100 миллионов. Ого. Да. Ого. Представляете, уже да. В 43 странах выходит. Yes. В 43 странах. Я из Мусета, ты знаешь, не пробовала. Там совсем по-другому. Она именно... Боржоми. Попили водички, идем дальше. По парку. Фотографии со старого завода. Устали? Идемте. Надо найти кабинет. О, смотри. Пис. Мост влюбленных. И замки такие.
куча замков. И красота какая оттуда. Река Боржоми. Смотри, водопад вон. Мы до него дошли. Угу. Какой красивый. Вон аж оттуда. Он льется. Ух ты, как тут здорово он сливается в реку. Опа, аж там. Хватит ныть. Вы их? Сколько? Нет, сколько? Я вообще не просто. Нам еще долго идти, нам через лес идти. Я говорю, что лучше надо набирать лучше. Конечно. Мы вчера по ступенькам. Туда, сюда. Сейчас идем по ровной дороге. Так хорошо гуляем. Красиво. Идем через лес уже. Ну что, устала? Нет. Нет, нормально. А вы не заметили, что я косички распустила? Заметили, заметили. У меня кудри. Угу. Жучка. Ой, сейчас тут будет хорошо, все время прохладненько. Как обычно, да, остановились. Что, Света, выпить? Да. Чачу. Чачу. Малиновую мы еще не малиновую пробовали. Малиновую мы не пробовали. Привал. Осталось 1.5 километра. Погнали. Детки, пипетки. На гамаках. Кто что, родители чачи выпили, а дети в гамаке повалялись, да? В теньке. В теньке. Да, очень круто так идти через лес. Долго, но полезно. Бойцы отстают. Губарь по фамилии семейка. Один без одного бойца. Был бы Вова, они бы еще медленнее шли, наверное. Еще немного. Сейчас в горку. И потом выйдем на такую поляну. Фух! Ну, кажется. Как будто мы в Карпатах, да, сейчас? Горочки, подножки, смотрим, чтобы не покатиться. Еще чуть-чуть, доча, 500 метров осталось. Ну, чуть-чуть больше, 850. Не спеши. Ты в тапках. Тут разные, видишь, тут тоже куда-то, получается, маршрут ведет, что ли? Или как? Мостику. Кто по камушкам? Ку-ку! А мы вот так идем. А вон там еще один мостик. Мы легких. Ну. Так что так. Молодцы. И вот тут баги разъезжают. Кавасаки. Последний рывок. Вон уже видно там. Поляна. Нормальная лепеха. Малиновая чача отличная. Уже вышла вся, пока дошли. Вышла. Ну, дала сил. Ну, меня дала. Проходим, не стесняемся. Вау. Ну, какое тут место. Три бассейна. И они с разной водой. Да. Взяли шезлонг за 5 лари. Оставляем тут Лизу. Наблюдать будешь, если что. Красиво. Серные бассейны такие. В гуши леса. 3.5 километра шли. И дошли. Вход стоит 5 лари. В принципе, это совсем недорого. Сейчас пойдем купаться. Взяли такси после бассейнов. Едем на рынок купить мясо. Будем делать шашлык, машлык. Хоть покатаемся по Боржоми. Пробок нет.
Да. Скупаемся, берем мясо. Здрасте. А есть мяско? Какое мясо? На шашлычок. Есть. Ага, давайте. А как... Сколько вам? Нам? Ну, нам где-то 2 килограмма, да? 2 килограмма. Хватит, давай. Да. А у тебя трое же не ест. Да. Ну да, соленый на салатик. Чачи взять. А, давайте нам. Крепкая сколько градусов? 55. Нормально, больше. Да. Не надо. А вот это что? Это вино? Это вино, да. Ну, вино. Ну давайте нам литр чачи. Пожалуйста. Угу. Ну что, мы тут собрались немного поужинать, жарим шашлык в боржоми. А это что? Это мясо? Да. Ты какой? Жирненькое такое, да, будет почеревочек. Хороший шашлычок. Все, скоро будем кушать. Ну что, ребята, добро пожаловать в Боржоми. Как мы накрыли поляну, да? Шашлык, машлык. Сами. Пожалуйста, чача, доча наша. Сейчас будет кушать, да? Доче дайте с этим, с, ну, с сыром, с картошкой. Она с этим не будет есть. Сыром с картошкой. Вот заяц остался. Смотри. Вовчик, ты давай поправляйся. Ты мы... Да, я думаю, что завтра уже будет в форме. Видно, и да. Тоже надеюсь. Надо сядь туда на диван. Как восковая кукла. Застыл. Ну что, пробуйте мясо. Я хочу понять, вкусное или нет. Потому что мясо какое-то странное мы взяли. Да, соус хороший, сацебели. Он вообще вынес не пожалуйста. Готово? С картошкой, с сыром? Да. Да руками, зачем это вилка? Весь? Я? Да. И руками? Не сырое? А, нет, есть хочешь? Не сырое. Давай, не забудешь сыром? Не жесткое? Нет. Нас сперва половинку, потом еще раз. Хорошо, зайчик, чтобы тебе место было. Очень ну все. Да. Кушаем. Ну, всем тебя. Приятного аппетита. Спасибо. Светка, наливаем. Сейчас обязательно. Прошло тебя, полчаса. Мясо чуть поубавилось. Володя уже даже овсяночку ест. Доча вообще в телефоне уже. Начинаю жевать. Я целый день жевать. Да, молодец. А грузиняки такие хоп. Ну, чача не заканчивается. У нас есть еще коньячок есть. Вы говорите, давайте. Откуда, говорит? А мы думаем, где Светка пропала? Да-да-да, он меня прям остановил. С грузинами. Ай. Ну я же одна шла сзади. Ай, наны. Боржоми. Боржоми. Это огурец. Огурец. Живой. Ах, огурец туда упал. Живой. Не с восьмого. Она что же не здоровая? Да, у них пекинесы. Да, страшно красится. Он маленький такой. Она хорошо дома. Сидим. Двое детей у них. Боржоми, ай. По 16 лет. Знамя, такая как красота. Сейчас перевернуть надо камеру. Вот так вот, посмотрите, как у нас тут хорошо. Я просто не пьешь. Ты душевно на террасе. Причем на мои ноги. И на свои тоже. Молодец, прелесть. Прелесть.